Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на обзоре один из самых популярных торговых терминалов MetaTrader 4. Даже новички знают, что для успешной торговли бинарными опционами все трейдеры используют дополнительные торговые терминалы, такие как, например, MetaTrader, Quick, CQG и другие. Но самым удобным и универсальным вариантом является терминал MetaTrader 4. Так как его используют трейдеры по всему миру. Сам терминал предназначен для организации дилинга и обслуживания на рынках Forex, CFD и фьючерс. И поэтому почти все брокеры используют его для предоставления торговли на финансовых рынках. MetaTrader можно назвать одним из самых первых торговых терминалов, так как появился он еще в далеком 2005 году. И перед тем, как мы приступим к рассмотрению основного функционала, необходимо установить данный терминал. Устанавливать терминал можно на компьютере под операционной системой Windows, macOS и Linux. Также существуют мобильные версии терминалов для смартфонов на Android или iOS. Новичкам стоит обратить внимание, что использование MetaTrader 4 на Android или iOS подразумевает только отслеживание котировок со стандартными индикаторами, так как авторские и сторонние индикаторы не подходят для мобильной версии. Но если же стандартных индикаторов достаточно, то вполне подойдет для использования и мобильная версия терминала. Скачать терминал можно как с официального сайта разработчиков, так и с сайта вашего брокера. Также терминал можно скачать и из данной статьи. Для этого опускаемся в самый низ и нажимаем «Скачать». Также стоит обратить внимание, что если у вас скачивается терминал MetaTrader 5, то необходимо пройти бесплатную регистрацию у брокера Alpari, после чего скачать терминал MetaTrader 4 бесплатно с личного кабинета. После этого запускаем установочный файл. Путь для установки терминала можно указать, нажав на кнопку «Настройки». По умолчанию терминал устанавливается на диск C. И если данный путь установки вас устраивает, то можно нажать на кнопку «Далее». Нажимаем «Далее» и ждем, пока установится терминал. После установки терминал запустится автоматически и откроется окно открытия счета. И если у вас нет реального счета у брокера, то можно открыть новый демо-счет. Для этого выбираем Alpari Demo, жмем «Далее». Новый демо-счет, далее, вводим свои данные, ставим галочку и жмем далее. Все, счет открыт. И после того, как счет был открыт, функционал терминала можно использовать в полную силу. В зависимости от брокера в терминале можно найти различные торговые активы, но чаще всего трейдеры отдают предпочтение валютным парам. Торговые активы, доступные у брокера, можно найти в окне обзора рынка. График любого из торговых активов можно открыть, чтобы провести необходимый анализ или оценить текущую рыночную ситуацию. Для этого необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на нужный инструмент, после чего в появившемся меню выбрать нужную опцию. Для примера давайте откроем график евро-доллара. Жмем правой кнопкой мыши и выбираем окно графика. Расширяем на весь экран. Если в терминале открыто несколько графиков, то между ними можно переключаться на специальные панели закладок. И таким образом выбирать любой нужный график в любой момент. При работе с графиками можно менять их масштаб, нажимая плюс или минус. Также можно выбирать бары для отображения, свечи или линейный график. Но самым популярным, конечно же, является свечной график. Таймфреймы меняются на специальной панели, где при желании можно переключиться на любой таймфрейм моментально. Настраивать можно и визуальную составляющую. Для этого необходимо кликнуть на графике правой кнопкой мыши, после чего выбрать функцию «Свойства». Визуальные настройки можно выбрать из стандартных шаблонов, которых всего три, а можно указать свои собственные. Давайте, к примеру, поменяем цвет некоторых свечей, после чего сохраним наши настройки. Жмем ОК. Цвет свечей поменялся, и теперь нисходящие свечи у нас будут окрашиваться в красный цвет.
Для примера можно также убрать сетку, после чего сохранить наш шаблон. Для этого также кликаем правой кнопкой мыши на графике, выбираем шаблон, сохранить шаблон. Даем ему название, после чего жмем сохранить. И теперь данный шаблон мы можем использовать на любом открытом графике. Откроем еще раз график евро-доллара, после чего выберем наш шаблон из списка. Если говорить о техническом анализе, то терминал MetaTrader 4 можно по праву назвать одним из самых удобных терминалов для проведения графического и технического анализа, так как в нем присутствует множество инструментов, таких как трендовые линии, различные типы каналов, инструменты Ганна, инструменты Фибоначчи, фигуры, значки и текстовые заметки. Самые основные графические инструменты можно найти на панели терминала. Другие инструменты находятся на вкладке «Вставка». Самым частым графическим инструментом каждого трейдера являются линии, поэтому их можно просто нанести на график, выбрав на панели, и построить, к примеру, определенные уровни. Таким же образом строятся трендовые линии и любые другие инструменты. Также при желании вид и тип каждого инструмента можно поменять. Для этого необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по инструменту, в данном случае для линии, и выбрать свойства. После чего выбрать тип линии и ее цвет. Таким же образом можно поменять и толщину линии. Помимо графических инструментов, использовать в терминале можно и индикаторы. Найти все индикаторы можно как в навигаторе, так и все в той же вкладке «Вставка». И для примера давайте добавим на наш график индикатор скользящих средних. Переходим в индикаторы, далее в трендовые и выбираем Moving Average. В открывшемся окне можно указать период индикатора, метод скользящий средний, а также стиль, например, толщину линии и ее цвет. Оставляем по умолчанию значение и жмем ОК. Для удобства уберем наши линии с графика. Сделать это можно путем нажатия клавиши Delete. И по итогу имеем график со скользящей средней с периодом 14. Таким же образом можно добавить и любые другие индикаторы. Например, стохастик или MACD. Все авторские индикаторы, которые будут устанавливаться в терминал, добавляются точно таким же образом, но находиться они будут во вкладке «Вставка» и в индикаторах во вкладке «Пользовательский». Кроме работы с индикаторами и стратегиями в реальном времени, их можно протестировать на истории. Для этого необходимо запустить тестер, который находится на панели. И в открывшемся окне выбрать интересующий индикатор, дату, на которой будет проводиться тестирование, таймфрейм и определенные настройки, после чего нажать на кнопку «Старт». После того, как тестирование будет завершено, на вкладке «Журнал», а также на новой вкладке «Отчет» можно увидеть полную информацию об индикаторе. Также к полезным функциям можно отнести сохранение скриншотов из терминала. Для этого необходимо кликнуть на графике правой кнопкой мыши, выбрать «Сохранить как рисунок», выбрать нужный формат и нажать ОК, после чего сохранить рисунок. По итогу получится вот такая картинка. И таким же образом можно сохранять любые рисунки и скриншоты. Также для продвинутых пользователей и программистов в терминале предусмотрен свой редактор для написания индикаторов. Он находится на вкладке «Сервис» и называется «Редактор MQL4». Его можно запустить прямо с терминала, после чего приступить к созданию индикатора. И поэтому, если у вас есть опыт программирования, то вы можете создавать любые индикаторы прямиком из терминала. И последнее, о чем хочется сказать, это о торговле в терминале MetaTrader 4. Если вы планируете торговать на рынке Forex, то торговать можно прямиком из терминала. Для этого предусмотрена торговля в один клик, а также можно использовать стандартную панель, которая называется «Новый ордер». И после ее запуска откроется специальное окно для торговли,
где можно выбрать символ или торговый актив, указать объем, также выставить стоп-лосс и тейк-профит, выбрать тип ордера, отложенный либо по рынку, и в итоге нажать «Купить» или «Продать». Из отложенных ордеров в терминале можно использовать Buy Limit и Sell Limit, которые устанавливаются ниже текущей цены, а также Buy Stop и Sell Stop, которые устанавливаются выше текущей цены. А чтобы подробнее узнать о торговле в терминале MetaTrader 4, можно использовать демо-счет, который позволяет открывать любые виды сделок. Также обратите внимание, что некоторые брокеры позволяют торговать бинарными опционами именно через терминал MetaTrader 4. Найти таких брокеров вы сможете в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов у нас на сайте. Также ссылку на рейтинг можно найти под данным видео. Конечно же, функционал терминала MetaTrader не ограничивается тем, что мы обсудили. И в нем также можно смотреть статистику своей торговли, получать новостную рассылку от брокера, выставлять алерты для цены, пользоваться маркетом для покупки индикаторов и других инструментов, а также смотреть статистику платных сигналов, на которые можно подписываться, и читать статьи о трейдинге. В заключение хочется сказать, что терминал MetaTrader 4 предоставляет любому трейдеру возможность не только повысить свой навык в трейдинге, а использовать его в торговле бинарными опционами. Это может помочь в разы увеличить эффективность и прибыльность торговли, так как большой набор инструментов позволяет по-своему настроить график, создать свою торговую систему и протестировать ее как в тестере, так и на демо-счету. И поэтому каждому новичку советуем использовать терминал MetaTrader 4 для анализа, а всем трейдерам желаем успешной торговли. Если данное видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить обзоры интересных стратегий и индикаторов, а также других тем. Удачной торговли!